Друзья, всем привет! Сегодня покажу простой, быстрый способ, как резать оргстекло. Подойдет для тонкого оргстекла. Первым делом нам необходимо наметить линию реза. Делаем метки. Берем длинную линейку, металлическую рейку или, как в моем случае, правило. И выравниваем четко по линии отреза, по нашим меткам. Вам, может быть, их не видно. Я сам присматриваюсь. Все, я выровнял. С помощью струбцин, либо рукой, крепко прижимаем нашу линейку к поверхности, так, чтобы она не ерзала. И сначала легким движением канцелярского ножа намечаем нашу линию реза. И резку мы будем осуществлять с помощью канцелярского ножа. Обратите внимание, в верхней части есть выемка. Видите? Мы переворачиваем нож и с помощью этой выемки начинаем прогрызать наш паз по линии отреза. Вот так. На такую толщину примерно около 10 проходов потребуется сделать. И после этого основная работа будет уже завершена. Готово. Благодарим линейку, убираем ее в сторону. Теперь все очень просто. Берем сверло или, в моем как случае, ручку, карандаш, неважно. Что-то, что можно подложить. Все, мы создали плечо для разлома. И теперь не сильными нажатиями с обеих сторон начинаем раскламывать стекло. Вот оно пошло. Продвигаем чуть дальше ручку, нажимаем. Здесь главное не торопиться, потому что возможно, что луч может уйти в сторону. Вот и все. Обратите внимание, рез с обоих сторон очень ровный. Это будет лучше, чем резать нитью накаливания, либо лобзиком, который все равно так или иначе в какую-то сторону сыграет. На этом видео заканчиваю. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. Если есть что дополнить, оставьте комментарий. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!